слушал мои вещи, кто-то, это, так сказать, повторял. А потом это же ведь происходит иногда даже без ведома этого молодого человека. Скажем, я как-то что-то придумал. До меня это же тоже кто-то что-то придумал. А я мог просто подслушать это, удачно скомпилировать или вдруг сочинить что-то свое и преобразовать то, что я почувствовал. Потом это услышал, ну, скажем, там, Макар. Я сейчас импровизирую. Ему что-то понравилось, что-то не понравилось, скажем, в том, что я делаю. Он что-то для себя взял, а что-то добавил из своих собственных жизненных впечатлений. Вот так создается, в общем-то, автор. Я же не состою из себя. Я слушаю хорошую музыку, там, я слушаю, скажем, симфоническую даже музыку, и что-то беру для себя. Я слушаю, как играет Майк Олдфилд, и тоже беру что-то для себя. Или я слушаю Стинга, тоже беру что-то для себя. А кто-то слушает меня и тоже, наверное, берет что-то для себя. Хотя почему-то в нашей стране большинство людей как-то стесняются признаваться в таких вещах. Саша Градский не всегда бывает прав, но здесь я с ним соглашусь. Плагиат – вещь относительная, нот всего 7, слов всего 5. Саша Градский не всегда бывает прав, но здесь я с ним соглашусь. Плагиат – вещь относительная, нот всего 7, слов всего 5. Саша Градский не всегда бывает прав, но здесь я с ним соглашусь. Плагиат – вещь относительная, нот всего 7, слов всего 5.